Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 26-летняя прославленная фигуристка Аделина Сотникова, которая впервые в истории отечественного фигурного катания удалось завоевать золото Олимпийских игр в личном турнире среди женщин, еще 30 октября прошлого года стала мамой. Надо заметить, что Сотникова до последнего хранила в тайне пол, имя малыша, а главное, кто же стал счастливым отцом. А 14 февраля этого года спортсменка неожиданно в соцсетях показала личный снимок. На нем Аделина позировала рядом с возлюбленным, но лицо избранника Сотникова тогда закрыла надписью «Люблю тебя». Спортсменка призналась, что скрывает избранника от широкой публики, потому что не хочет делиться своим сокровищем. Но чуть позже в одном из интервью Сотникова все же рассказала, что она счастливая мамочка сына по имени Адриан. Тогда же спортсменка впервые показала фото возлюбленного. Правда, его фамилию она по-прежнему не называла. Аделина призналась, что это было обоюдное решение. Сотниковой не хочется афишировать свою личную жизнь, да и избранник не стремится оказаться в центре внимания светской хроники. А буквально на днях фигуристка наконец-то рассекретила личность своего избранника. Аделина Сотникова вернулась из первого совместного отпуска с возлюбленным и сыном. На страничке чемпионки в соцсетях появился забавный снимок, сделанный в аэропорту. На нем семейство запечатлено в полном составе. И, как выяснилось, догадки поклонников фигуристки подтвердились. Таинственным возлюбленным оказался казахстанский теннисист Дмитрий Попко. Ему, как и Аделине, 26 лет. В настоящее время Попко живет в Астане, но с учетом последних обстоятельств, видимо, теперь будет жить на две страны. И, к слову, Дмитрий пока не женился на маме своего ребенка. Он считает, что всему свое время. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!